это удивлять и злить. На сцене хулиганит лидер группировки «Контора Кука» Владимир Елизаров. Кук, как его называют друзья. Легендарному самарскому коллективу четверть века. Рок-н-ролл и секс. Что еще может? И никаких наркотиков. Дурман в случае исполнителя – сама музыка. Ей он посвятил всю свою жизнь. В начале 90-х собрал таких же талантливых ребят, так и появилась «Контора Кука». Музыканты играют разные виды рока – экспериментальный и психоделический. За годы существования состав группы менялся несколько раз. В свет вышли десятки песен. В юбилей Кук собрал своих друзей, тех, кого можно назвать представителями еще куйбышевской рок-волны. Не так много в Самаре таких вот концертов. Можно сказать, их вообще настолько мало, что их нет. Вот. И я думаю, иногда стоит немножко Самару так стрясхануть чуть-чуть вот в плане авангарда, эксперимента, нойза. И вот где-то так. Иногда. Хотя бы раз в 25 лет. Евгений Жеглаков – старый друг Кука. Вместе играют на концертах еще с далеких 80-х. В разных коллективах. Сейчас музыкант собрал группу «Кушва Бэнд». С Куком они схожи в страсти к экспериментальным мелодиям. Премьеру своего нового проекта Евгений приготовил специально для праздничного концерта. Евгений вспоминает, когда впервые услышал музыку Елизарова, не сразу понял, но позже прочувствовал и втянулся. Сейчас признается и предупреждает, творчество автора вызывает привыкание. Вот это внутренние какие-то волны, вот этот вот драйв, эмоции вот эти все, они просто тебя захватывали сразу же. Это делается, потому что есть потребность играть музыку. Это самое главное, это очень большая редкость. В качестве поздравления все музыканты подготовили сюрприз – каверы на песни юбиляра. Сам Кук с удовольствием выходил на одну сцену со своими друзьями, которые сыграли в этот вечер для него и гостей свои лучшие песни. Мария Левина, Николай Епифанов. События.